I still have to sit here? Can I get out of here? Блин, так не смешно же. Да уж, хорошо там, где нас нет. И какого черта меня сюда понесло? Лучше бы дома сидел. Первопроходец. И что же оно за выжигатель такой? Правду о нем говорят? Или брешут? Да, вот ведь как грустно все выходит. Позбивались тут в стаи. Ну, точно звери по цвету шкуры. Внимание! Выдаю шутку юмора. Другие то ли нас от зоны... Допрашивает как-то погонник матерого сталкирюгу. Значит, вы признаете, что в нетрезвом виде пытались покинуть территорию зоны в районе 12-го блокпоста и имели при себе запрещенные к выносу за ее пределы предметы? Ну, кого запарило третий час под конвоем сидеть? Ой, ему и говорит. Так ее признаю, командир! Все признаю! Вот тебе крест! Был бы трезвый, я бы в жизни мимо вас, уродов, с хабаром бы не попёрся. Класс! Пожрать бы чего хорошего. Так ведь нет. I owe you, brother. I could never thank you enough. Ну, спасибо вам большое, доктор. Да не за что, говорит контролер. Это тебе за доктора спасибо. Мелочь, а приятно. Хорош уже, конь. Thank you.
Оружие у меня. Got anything valuable? Listen, Mark Manyway, here's the... All right, listen. Once you have the briefcase, don't bring it here. Take it straight to the barman. You'll need to go north through the garbage. Well, good hunting, Stalker. Короче, анекдот.